Готовлю себе завтрак. У всех завтрак, видите, разный. Муж будет кушать короля хамы. А я, девочки, буду кушать. Здесь у меня кавурма лежала. Я ее сюда добавила. Сыр и 2 яйца. Пекла вчера хлебушек. Смотрите, какой шикарный. Вот это четверть. Из белой муки. Только белая мука. Я бы еще семена кинзы бы добавила. Но муж не любит. А это мука инкорн. Ой, девочки, какой шикарный. Как мне нравится вот это. Да, не каждый может кушать этот хлеб, согласна. Но на мой вкус это хороший. В общем, 2 хлеба буду. 2 кусочка эти. Коджамановские. Коджамановские у меня. Как вкусно. И солька, и сахарок есть. Хлеб. Я люблю помакать. Поэтому много не буду. Покушаем сейчас и пойдем в путь дорогу. Я бы арбуз с брынзой поела, но это же в дорогу. В дорогу арбуз алмаз. А то потом проблема будет. Все, думаю, хватит. Все, сейчас приступим к завтраку. Эти дни дожди были. И ночью моросило немножко. Ну, то, что было, даже цветочки не полили. Кикик, с ним что-то случилось, девочки, не знаю. То ли солнца много, то ли наоборот воды мало. То ли водой залила. В общем, не знаю. Вот именно когда лето, вот этот вот кикик-то, он всегда вот так вот сохнет. А может, это нормально? У меня и прошлый раз тоже так же было, и я его выбросила. Он вот так засох, засох. Зимой как хорошо он рос. Может, он солнце не любит. Он у меня уже везде стоял. Куда его поставить, я даже не знаю. Может, его надо на стол поставить туда. Там солнца нету. Ладно, сейчас буду уходить, поставлю на стол. А так все шикарненько. Улиточек собираю. Ночью вчера прям ходила, собирала. Надо траву косить. Очень много травы. Очень. Высокая прям. Вон там. Видите, заросли. Там даже, девочки, коты не ходят, не шлындуют. Вот все-таки высокая трава чем хорошо? Какой плюс? Коты не шлындуют. Даже вот по этому забору не лазят. Почему? Потому что там трава высокая. Им это не нравится. Они вот здесь даже не ходят. Они вот так аккуратно-аккуратно. Здесь даже не ходят. Им тоже, видать, что-то не нравится. Не знаю, вот там обойдут. Вот так вот. Тропинку, короче, уже тут протоптали. А туда вообще не ходят. И на заборы не лазят. И оттуда не приходят, и туда не ходят. Вот единственный плюс. А так рыжик приходит. Рыжик тут охранником служит. А ромашку забыла обстричь вчера. Хотела, забыла. Да, из-за улиток, девочки, все-таки растениюшкам плоховатенько моим. Лук, чеснок прет, но некогда. Надо идти. Девочки, я всю завтракаю. Прическа, конечно. Не одна я в поле кувыркалась. Но у меня муж вар. Ой, девочки, хочу вам порекомендовать, кто, может быть, еще не знает. Вкусняшки, смотрите, какие. Смотрите, какая толстая. Кислинка чувствуется. Прям такой, знаете, какой-то йогуртик чувствуется. Шоция еще не поняла. Шукмандер. Очень. Ух, Тальчик сказал, холодильник надо. Вот, девочки. Шоция. Ну, здесь такие мелкие. 300 грамм. Это муж мне купил. Эту шоколадку мне... А, вот по-русски есть. Шоколад молочный Милька Макс
Клубничный чизкейк. А, с начинкой, со вкусом чизкейка, клубничной начинкой и печеньем. А мне кажется, как... Ну вот йогурт, я же говорю. 30 грамм имеет 666 килоджоул. Вот это. 159 килокалорий. 100 грамм 531 килокалория. 100 граммах, да? А здесь сколько? 300. Не, я два кусочка только осилила. Не, такая шикарная, смотрите. Да, здесь так, что ли? Ну, здесь же не так, девочки. Как на картинке и как тут. Вот где обман. А вы говорите, турки обманывают. Вот потом скажете, турки обманывают. А шоколадка же не турецкая. Это же Милька. Извиняюсь. Ой, девочки, здесь на разных языках. А по туркчаюк. И на украинском, и на русском, и на казахском, и на иврите, по-моему, тоже есть. Узбекском есть даже. Это постсоветского пространства, короче, шоколад, вкус-то. Молоко, говорит, с альпийских гор. Стрэвбери чизкейк. Стрэвбери. Правильно, девочки, я говорю? Видите, я и по инглишу могу гутарить. Да, ну все так очень... Ну, по-русски хорошими, шикарными буквами по-русски написано. Значит, русских уважают. На украинском тоже, девочки, есть. Тоже уважают, значит. Шоколад молочный, Милька. Ну и... С маком, чокейку. Чизкейку, чизкейку. Три начинкою. Начинкою. Вот. А по туркче-то где? А, тоже вар. Сютлю чоколада капланлы. 41% челекли. Вот, 41% клубники оказывается в ней. А где? А на картинке? Интересно. Девки пляшут. Что, чизкейк, как говорят, 35%. Бисквит, ну, это печенье имеется в виду, 13%. Это по-турецки я вот могла прочитать. Все, девочки, все любят чекулатал. Шикарные, девочки, хоть и... А, это как желе. Смотрите, здесь как желе. Вот тоненький слой, видите? Под шоколадом такой черный слой, а потом белый идет. Вот это же типа клубника. Ну, варенье, мармелад. Вот, видите? Вар клубника. Не обманывают. Мне очень вкусно. Вы такое попробовали, девочки? Напишите свое мнение. Мне зашло. Чай с молочком. А, тут даже открывать как написано. Кто, говорит, не бельмес, мы вас научим. Так надо. А у нас уже все. Клейбиты. Очень вкусно. Модерн. Все, надо зубы чистить и отдыхаться. Наши рыжики делят бахчу. Сейчас, говорит, маму позову. Поняли, девочки? Сейчас, говорит, маму позову. Маме некогда. Облачно. У нас сегодня понедельник. Плюс 19, типа, где нашли? Ну, не знаю, я бы сказала, полутлу. Облачно же. Красивые облака, кстати. Белокрылые лошадки.
белогривые. Кто в чем? Есть и в сарафанах даже женщины, прям в сарафанах. Есть в майках с короткими рукавами. А в основном в ветровочках. Какие-то легкие партисю. Но здесь у нас трафик. Цветочки полевые. Интересно, пахнут, нет? Не, не пахнут. А здесь же тоже вон улиток-то сколько, смотрите. О, здесь тоже вредители навал. Он даже ягода какая-то, смотрите. Ну, а что за ягода? Или это цветочки будут? Не, это цветочки будут. Может, это шиповник? Похож. На шиповник-то тоже похож. Вот такие листочки. Скорее, ой, а сколько там улиток на шиповнике прям сидит. Ого. Да. О, какая огромная. Вон они прям усеяны тут, смотри. Ой-ой-ой-ой, сколько улиточек. Да, вон их прям усыпано. А, это, наверное, будут бабочки, смотрите. Или это улитки. Или гусеницы. Ой-ой-ой-ой, смотри их сколько. Да.
Девочки, сегодня понедельник, не мой день, не удался. Понедельник оказался для меня тяжелым. Заедаю стресс. Хлеб вчера пекла белый. Четвертинку, можно сказать, я все съела. Еще у меня есть вот такой. Апельсиновый джем, арчель, варенье. В общем, заедаю. Понедельник не удался. Будьте здоровы. Царица, царица.